Ребят, если честно. Сохрани только, пожалуйста, а то сейчас не могу смотреть. Окей. Захар лучше бы свои отношения строил, чем других обсуждал. Абсолютно с вами согласна. А, Милене, привет. Передам. Часто купаетесь в океане? А, если честно, то нет. Редко купаемся, потому что, конечно, блин, ребят, у нас тут на самом деле не так уж и много свободного времени, как вам кажется. Обсуждали Захара Сорока. Ну, господи, а кому нас еще обсуждать? Так, сейчас покажу вам, в чем я сегодня одета. По традиции показываю мой прикидон. Как вам платится? Девчонки, я знаю, что вы оцените. Вот такая я сегодня интересная. Так. Так, когда это Милена уже уйдет, день и ночь, платье или брюки? Это платье, платье-халат типа того. Сейчас модно. Вот, так что, видите, немножко декольте открыто, но все в меру. Так, все, девчули оценили. Хочу сделать хвост на голове, если честно. Вот, девочки, в чем здесь плохо? Я выпрямляю волосы ровно на 10 минут. То есть они у меня были, чтобы вы понимали, идеально прямыми. Вот что вы видите сейчас. Прям приближу. И это Сейшелы. Почему у вас телефоны забирают? А, ребят, телефоны забирают по простой, на самом деле, причине, чтобы мы общались. Потому что вы сами прекрасно понимаете, дать нам в руки телефон, и мы забудем обо всем. Никто не будет разговаривать, все будут сидеть в своих телефонах. Вот, поэтому вот так. Сейчас сделаю хвостик. Спасибо вам за комплименты, и девочки, и мальчики, мне очень приятно. Вот, то, что вы пишете мне, такие теплые вещи. А кто пишет грязь, могу сказать этим людям только одно, что, ребят, даже не то, что сказать. Я желаю вам счастья. Вот. Хочу, чтобы вы были счастливыми людьми и уже прекратили злиться на других людей. Обычно люди пишут грязь, когда у них в жизни ничего не складывается. Это несчастные люди. Поэтому таких я могу только пожалеть. Ой, опа. А? Выключи. Самое лучшее, спасибо. Кто или что тебя вдохновляет? А, если честно, меня вдохновляет любовь. Нет, камера работает всегда. Высокая влажность, хорошо для кожи и органов, так что есть свои плюсы. Ну, блин, хоть в чем-то плюс тогда, то, что у меня волосы постоянно в состоянии пушка, вот, хоть кожа. Ну, не могу сказать, кстати, кожа у меня здесь стала хуже, какие-то покраснения появились непонятные у меня, потому что кожа сама по себе достаточно такая, без всяких там прыщей, никогда не было прыщей, ни в переходном возрасте, никогда. А, зачем такой красиво родилась, ой, девочки? На самом деле я не считаю себя суперкрасоткой. Да, у меня... Я себя очень люблю, вот, но я считаю то, что, ну, я как бы на вкус и цвет. Я считаю, да, себя красивой, но как вы меня захваливаете, конечно, вы меня балуете комплиментами постоянно, но мне очень приятно, спасибо. Общаешься с Захаром? Нет. Тебя слышно у Розы в эфире. Роза, меня слышно у тебя в эфире. Это точно. Так, сколько тебе лет? Последний раз, ребят, для тех, кто еще не в курсе, на бронепоезде, мне 26 лет. Не 45, не 55, не 53, не 38. И время тоже мне спрашивают. Таня, вы больше не ссоритесь с Даней? Нет, все хорошо.
Какие пластические операции делала? Так, ну ни для кого не секрет. Да, ни для кого не секрет, я сделала себе грудь. Все остальное у меня свое. И чуть-чуть вкалывала губки. Ну, совсем чуть-чуть. Прям вот 0,5. Ира с Валерой вместе, да. Таня, просто скажи, пожалуйста, я их подрисовываю карандашом, более четкий контур делаю. А так у меня, как называется эта процедура, забыла. Выглядишь хорошо, гораздо старше. Ой, спасибо вам, конечно же, добрые люди, что я выгляжу гораздо старше. Супер. А, вся перекачанная на вид. Ну, ребят, тут как бы... Таню уже на запчасти разобрали. Да, меня уже разобрали по полной, Роз. Мои доброжелатели. Так, ладно. Напыление, да-да. Тань, тебя считают старше за ум, что рассуждаешь мудро, не искренне ведешь себя как долбанутый, поэтому считают это как комплимент. Так и воспринимаю, кстати. Спасибо вам, те, кто думает, что мне 53. Тань, слышишь, там эфир нужен для Ани, знаешь, у нас против. Да. И Даша тоже. И Даша. 15 минут 1000. И Даша меня парафинила. Так, расскажите по эфирам мне, что говорила Даша и Ира про меня. Вы у меня будете разведчики. С Розой дружим. Да, с Розой дружим. Таня, у тебя линзы или такой свой цвет глаз? Мои глаза, мои! Вот понимаете, вот мне обидно за своих родителей, когда вы мне пишете, что у меня сделаны скулы, что у меня линзы. Ребят, меня наградили этим мои родители. Спасибо им за это огромное. Да, не нравятся твои длинные ногти, конечно. Достали уже цепляться к твоему возрасту. Красотка, умничка, модная. Смотрю, и глаз радуется. Спасибо. Не обращай внимания, это очень красиво. Очень люблю тебя и вашу пару. Спасибо. Таня, твои глаза какого цвета? А, не видно? Они у меня голубые, как океан. Где на острове делаете маникюр? Здесь делают нам девочки маникюр. Даню, позови сюда в эфир. Как тебе Даша? Даша очень изменилась с того момента, когда я была на островах первый раз. И какая она сейчас, она другой человек, я об этом ей сказала, она изменилась в худшую сторону. Я обязательно с ней буду проводить беседы и приводить ее в порядок. Надо общаться с нормальными людьми, чтобы быть нормальным человеком. Даню покажу сейчас, секунду. Там еще Аня с подругой про Розу в эфире сплетни пускали. Даша парафинит тебя по полной. Даша парафинила меня по полной. Так, вот с этого момента поподробнее. Ну-ка, давайте-ка. Ну-ка. Аня и Даша в сговоре против Розы. Не видела про Дашу и Иру. Что такое? Сколько тебе лет? Ребят, на вопросы, сколько мне лет, я больше не отвечаю. Сами думайте, сколько мне лет. Зачем дружишь с Дашей? Она тебя засадила. Так, расскажите мне про Дашу, что она сказала. Это очень важный момент, только говорите правду, не врите мне. Нет, и нос у меня тоже свой. Последний раз говорю, скулы, нос, глаза, мое. Ничего не делала, делала только грудь и губы, и зубы, все. Все остальное мое. И наращиваю волосы, и наращиваю ногти, и ресницы, все. И брови. Перечислила все, короче. Даша засаживала. Так, Танюша, ответь на вопрос, как к твоему выбору относятся близкие. Хорошо, моим родителям нравится Даня. Я тебя тоже люблю, ваши пары дорогие, спасибо. Даша сказала. Черкашев с женой на острове, да. Даша лицемерка. Не общайся с Дашей, хочешь, я нарисую тебя. Хочу. Хочу, нарисуй меня. Только найди какую-нибудь классную фотку, блин. Можно? Напиши мне в директ, пожалуйста. Я тебе скину фотку. Если ты нарисуешь меня, блин, вообще это будет очень круто.
Роза воспитанная, нет, да, Роска воспитанная. Нет, блядь, овца тупая, да? Роз, ну-ка передай привет, воспитанная Роза. Блядь, передайте подожди. Привет, нормально только, воспитанная. Сейчас подождите, передам. О, у меня ноги не сгибаются, вообще не могу. Ты сказала, Таня? Тебе тоже ноги болят. Ножки болят, да, мы занимались с Роской. Да, мы занимались. Всем большой-большой привет. Заходите ко мне тоже. Нифига, слышь, Трока, у тебя 200 человек с гаком, а 230. У меня 15. Вы что, офигели? Если ко мне не зайдете, вам всем капец. Она сейчас укажет мою ссылку вам. Укажу ссылку, заходите к Розе тоже. Мы с ней дружим. Так, волосы своя длина, да, моя. А зачем тебе ее учить? Она неблагодарная. Так, расскажите, что про меня говорит Дарья. Это очень важный момент, потому что я ее вытягивала, как только она прилетела на остров, когда она рыдала, когда ей было плохо, я была рядом с ней. Рассказывайте все, все, что она обо мне говорила. Что думаешь насчет Яны? Я думаю, то, что Яна скоро пойдет домой. А Даша сказала, что от тебя не пахнет женщиной. Да. Так сказала Даша. Прикинь, что Даша сказала? Что сказала? Что от меня не пахнет женщиной, Даша сказала. Все, я скажу. Все, и капец. Вы знаете? Все. Ребятки, потом смотрите эфиры, разборки. А реснички где делать? У Милены огромные. Во-первых, мне локации. Еще не нравится. Вот она такая медицина, что невозможно. Так. Ой, Виталик, привет! Привет! Будьте с Даней всегда, охотно вас смотреть. Смотреть, даже если вы уйдете когда-нибудь, будьте вместе. Все, добро. Я видела только про Розу, они говорили, что она страшная и сутулая. Понятно, Роз? Ты страшная и сутулая, по словам Даши и Иры. А тебя не пахнет женщина, она сказала. Так, ну разберемся, разберемся. Кто? С Лешей? С каким ли? Это кто? Я поняла, что, кто я это? Написала, ну, почти все сделала. Всего ничего нету. Какой фирмы часы? А, это у меня Guess. Да, она сейчас с ним. А что за Леша? А, да ладно. Боже мой. Ты моя умница. А, так, у тебя ногти нарощены. Да, зачем? Ты сказала про волосы, я думала, они свои, они какие-то настоящие шикарные. А знаешь, почему вы думаете, что у меня свои волосы? А, потому что, первое, мне наращивает хороший мастер. Второе, мне делают микрокапсулы. Они мизерные. Я могу даже вам сейчас приблизить, чтобы вы увидели, какие они маленькие. Сейчас, подождите. Я прям займусь этим вопросом. Блин, стоять с ногтями неудобно. Вот, вот она, капсула одна. Блин, достать вам ее сейчас надо. Вот она. Вот, смотрите, одна капсула, видите? Вот такого она размера. Это называется микрокапсула. Вот. И третье, я всегда наращиваю только по своей длине волос. То есть, поэтому они вообще не палятся, и кажется, как будто это мои волосы, потому что длина моя. Цвет тоже я подбираю идеально мой, и я всегда беру люксовое качество волос. Ереван, привет! У тебя иногда проскакивает Г, это как по-нашему. Это воронежская тема, да, не обращай внимания на этих Даш. Глаж прочих людей, их не изменить, лучше тратить это время на ваши отношения. Да, не вы красивая пара. Яна, ты чё, ушла? Чё за дарь? Какая разница в эфирах? В эфирах и реальностью. Ребят, ну ни для кого не секрет, то, что у нас с эфирами недельная разница. Передай Розе, она красотка. Роза, ты красотка! Спасибо! Не вытягивай ее, она малолетка глупая, это Даша. Ну, в связи с тем, что я добрый человек, я помогу, когда плохо, но мне не понравилось ее высказывание. Обязательно с ней поговорю на эту тему. Уж она такие вещи... Вы меня удивили сегодня прямо в эфире, честно. Удивили. А, что дело не в Дане, а в тебе. Типа ты не сексуальная, хоть и на картинке идеальная. Ага. Видимо, поэтому волшебство было минуту. Так, ладно. Смешно мне это обсуждать. Даже сказала, у Розы большие губы. Яна уже дома сегодня сделала прямой эфир.
как смешно было в эфире слышать про волшебство. Нам тоже, честно, было смешно. Но я смеялась реально, потому что для меня это была смешная тема. Любишь разбираться, Тань? Нет, я не люблю лицемерных людей, и я всегда поставлю человека на место. Вот и все. Разбираться я не люблю. Они даже обсуждали, не Ира. С первого дня с тобой в инсте и сказал, что роза деревня притягиваешь. Ты лысеешь? Ребят, вы что, с ума сошли? Конечно, нет. С острова дружишь с кем-нибудь из девочек, кроме Розы? Но лучше всех мы дружим с Розой. Вот, общаюсь здесь еще с Ариной. Общаюсь еще... Кто тут? С Миленкой. Мы подружились, кстати. Потом увидите по эфирам как. Так. Танюш, помоги Розе с имиджем. Она реально как деревня. Ну почему вы такие вещи пишете? Ну, ребят, ну вы хоть как-то... Ну, я не знаю. Более тактично, что ли. Ну, так некрасиво же. Привет из Воронежа. Ой, Воронеж, привет! Так... Кто из Воронежа сейчас в моем эфире, поставьте сердечко мне. Давайте вот сердечки, ставьте сердечки, кто из Воронежа. Сейчас проверим. Берегите друг друга, спасибо. Воронежские девушки самые красивые, Таня красавица, достойнее всех. Я Воронеж представляю достойно, я считаю. Так, Таня, скажи, пожалуйста... Привет, Майя. Маечка, привет. Танюк, привет из Белоруссии. Белоруссия, привет. Пошли сейчас разбираться с Дашей. А пошлите. Итак, в прямом эфире Татьяна пошла разбираться с Дашей. Маечка, скажи, пожалуйста. Где? Не знаю. Да, да, где эти купальники? Так, вы готовы, друзья мои? Сейчас вы увидите, как Татьяна разбирается. Сейчас единственное, мне надо сделать хвостик. Секунду. Секунду. Так, и мне надо одеть микрофон. Подождите меня. Сейчас все будет, мои дорогие. Сейчас все будет. Сейчас вы увидите, как Татьяна решает вопросы. Про меня такие вещи говорить нельзя. Нельзя. Вы же знаете. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, подождите, я одену микрофон. Что там происходит? Что случилось? Ты просто сказала. А? Ты мне? И мне. Так, сейчас Таня идет разбираться с Дашей. А что случилось? Сейчас, подожди. Не лезь в женские разборки. Где мой микрофон? Мои зрители со мной. В смысле? Я просто... Зрители пишут такие вещи, что она сказала про меня, что от меня женщина не пахнет. Сейчас я посмотрю, от кого тут кем пахнет. Так, где мой микрофон? Дань! А? Дань, дай микрофон, он в туалете. Так, ладно. А, нет, микрофон не в туалете, микрофон... Это же мой микрофон, Рос? Таня, слышишь, налобная? Что налобная? Налобная. Сейчас, подожди. Мои дорогие подписчики, все, Татьяна идет. Татьяна идет к Дарье. Все в прямом эфире. Ага. Да не, что буду размазывать? Сейчас посмотрите, как меня люди боятся. Смотрите. Так, 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 так. Ира, ты Дашу не видела? Дашу. Дашулечка, у меня к тебе вопросик.
А почему мои зрители пишут, что ты за спиной про меня говоришь? Гадости. Да, так. Зрители пишут, что ты сказала про меня, что от меня не пахнет женщиной. Это правда? Нет, конечно, что за бред, никогда такого не говорила. Если есть такие эфиры, то, пожалуйста, покажите мне. То есть вы реально говорите о том, что Даша сказала, что от меня не пахнет женщиной? Алло. Алло. Я что-то не поняла такого. Да блин, про волшебство зданий пока позже давайте. Ребятушки, сегодня в эфире я про Таню вообще ничего не говорила. Ой, что же мы будем делать? Господи, ребята. Нет, я не поленюсь. Если вы это зафиксировали, пожалуйста, пришлите. Потому скиньте, что пожалуйста, это мне. Это срочно. Скиньте мне это видео, я хочу это видеть. Потому что на данный момент я, конечно, в шоке пребываю. Вообще разговоры о тебе даже. Вы сначала скиньте мне подтверждающее видео, а вот потом уже мы поговорим. Ребятки, оказывается, не было такого. Так, а кто это у нас тут занимается? Что за красные трусы? Безус, покажи мощь! А, был пирожков. Поставить мужу рожков. Так, ладно, ну, ребят, ну, хоть качните. Я еще не начал. Давай! Мне кажется, обосрался. Нифига себе вы сильны! Безус!